Астронавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Куцверчков. Приветствуем вас с борта Международной космической станции. Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьезным испытанием для всей планеты. Но все мы, жители Земли, снова доказали: любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть – жизнь. Этот год стал юбилейным для нашего орбитального дома – Международной космической станции. 20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж. И с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь, на пороге нового, 21-го. Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем.